если я вам расскажу, как установить скин майнера. До этого мы заходим на сайт Таланджи, если что, будет ссылочка в описании. Регистрируйся на нем. Заходим в свой профиль. Или кликаем скачать скин. Выбираем любой скин, качаем его. А если у вас имеется, заходим в свой личный кабинет. Кликаем загрузить скин. Выбирайте свой скин и устанавливайте. После этого вы заходите качать, если у вас нету Minecraft Auto Launcher, тогда качайте его. А если он у вас имеется, тогда заходите на него. Видим тут ваш ник. Настроить аккаунт. Вводим свой логин, почту или логин. Вводим сюда свой пароль и заходим в свой аккаунт. Где имеются вот такие эмблемки Auto Launcher, значит, там работает скин. Попробуем зайти. Вы зашли в Майнкрафт. Кликайте в одиночную. Ну, вы заходите на любой сервер, либо заходите в любой мир, и он работает. Сейчас вернусь, когда все загрузится. И вот мы имеем скин. Если вам понравился этот видеоролик, тогда поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я буду очень этому рад.